Екатерина Сергеевна, вот Алексей сейчас рассказывал непосредственно про один из проектов, который реализуется на Сахалине. А вообще, вот с точки зрения приоритетов по водородной энергетике, вот у Росатома что делается? То есть какие проекты сейчас есть? Чем вы занимаетесь? Расскажите, да, пожалуйста. На самом деле, никому не секрет, в этом году принята, утверждена стратегическая программа развития водородной энергетики и водородных технологий с корпорацией «Росатом». Я немножко об этом, кстати, скажу во время своего доклада. Туда входит, на самом деле, сейчас 6 проектов. Это как раз производство водорода на Сахалине, это Сахалинский поезд, это работа с «Металлинвестом», это Кольский полуостров и, соответственно, получение водорода на Кольском полуострове. Ну и опытные полигоны на Кольском полуострове. Вот. Ну, вкратце так. Но помимо этого, данная стратегия задает еще и научную повестку, научные направления и как, помогает сформировать программу развития водородных технологий и внутри госкорпорации, ну и за ее пределами. Ну, я знаю, что у вас так или иначе очень широкое направление деятельности, когда мы говорим про водородные технологии. У вас есть подразделение, которое занимается композитами, то есть так или иначе это вот выход на российские баллоны типа 3, типа 4. Uh-huh. Так или иначе у вас есть целый отдельный проект по использованию атомной энергии для получения водорода. То есть вот, может быть, немножко об этом еще расскажете? Расскажу обязательно. Uh-huh. Могу сейчас, могу в процессе доклада. Пожалуйста, давайте. Давайте доклад, начну, да. Пожалуйста. Так. Что-то не работает. Там, ну, зеленый. Ага, все, да, сработало. Ну, как я уже говорила, принята у нас стратегия развития водородной энергетики, и, соответственно, стратегическая цель – это ключевой поставщик низкоуглеродного водорода и водородных технологий в Российской Федерации. Параллельно с этим и даже до этого, с 2019 года, в госкорпорации реализуется большая научная программа, это единый отраслевой тематический план, куда входят не только наши организации внутри контура госкорпорации, но еще и многие академические вузы, институты Российской академии наук, в том числе реализующие научную деятельность по направлению водородной энергетики. Если говорить более подробно, благодаря, ну, если рассмотреть весь технологический цикл производства водорода, то это и производство, и хранение, транспортировка, и использование водорода, и, конечно же, это улавливание и захоронение СО2, о чем как раз говорил Алексей. И здесь ведутся абсолютно по каждому из этих стадий жизненного цикла ведутся различные работы, разные уровни и степени готовности от TRL-2 до TRL-5, наверное, сегодня. Сквозной линией здесь проходит безопасность и подготовка кадров, и, естественно, это материаловедение. Ну, и самое важное, что благодаря накопленному за десятилетия опыту госкорпорация обладает научно-технологическим и исследовательским потенциалом для того, чтобы реализовывать все эти работы. Остановлюсь более подробно, наверное, на атомном энергетическом комплексе с ВТГР. Ну, как уже было упомянуто в начале, это высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, высокоэнергетичное тепло и, соответственно, профицит энергии, которого разумно направлять на производство водорода. И здесь мы говорим как раз о производстве паровой конверсии метана, потому что при использовании как раз дешевой электроэнергии с атомной станции и тепла, которое составляет на выходе из теплоносителя порядка 900 градусов Цельсия, все разумно и понятно, что это тепло как раз будет направлено на паровую или парокислородную конверсию метана и, соответственно, с улавливанием, уже с модулем улавливания CO2, CCUS, и, соответственно, при таком способе получения водорода в сравнении с традиционными повышается КПД, ну, на 30-40% точно. Кроме того, на действующих атомных электростанциях тоже видится разумным использовать технологии уже электролиза, это внутренние технологии, такие как щелочные электролизеры. Кроме того, разрабатываются сейчас твердооксидные электролизеры и топливные элементы параллельно, да, которые можно как раз профицит электроэнергии использовать для наработки водорода и, соответственно, для его хранения, потому что видится, что водород – это отличный способ аккумулирования энергии. Вот. Помимо этого, хотелось бы мне остановиться не только на готовых изделиях,
технологиях и продуктах, но хотелось бы сказать еще вот что. Если мы говорим про принципы 3E, это экологичность, экономичность, эффективность, то, наверное, атомная энергия здесь находится, ну, в топе, ну, может быть, конкуренции составляет только гидроэнергетика в некоторых аспектах. Если говорить про водород, то сегодня, конечно, водород достаточно дорог производства. Помимо этого, есть проблемы с инфраструктурой, но если мы начнем их решать и не будем задавать какие-то четкие, уверенные заказы со стороны бизнеса, не будет расстроена эта связь, но, наверное, такие технологии и не разовьются. Если говорить про использование научных заделов и компетенций внутри госкорпорации, сегодня уже сложен опыт и референции по многим направлениям, это и химия оксидов в соли редких металлов, и композитные материалы, и технологии. И здесь мы ведем работу уже сегодня по материалам для твердооксидных и твердополимерных топливных элементов. Это баллоны как раз четвертого поколения разрабатываются. Это подложки и биполярные пластины. Кроме того, сегодня мы ведем, например, работу с «Газпромом», ведем работу по науке с «Норникелем», как раз по изготовлению катализаторов, потому что, понятное дело, с уходом с рынка иностранных поставщиков нужно решать эти проблемы. И мне бы хотелось бы сейчас показать вот такой слайд. Вызовы современного мира и санкционная политика сегодня требуют мобилизации в управлении наукой. Наука ее коммерциализация технологий и неокров, и до производства являются ключевыми инструментами экономического и технологического развития, в том числе в условиях санкций. Конечно, без науки невозможно разработать в краткосрочной перспективе отечественные энергоэффективные технологии производства, хранения, транспортировки и применения водорода, создания инфраструктуры для водорода, но в том числе инфраструктуры для улавливания и использования диоксида углерода, что как раз говорил Алексей. И вот хотелось бы сказать, что показательный пример Китая, где в условиях сильного давления и санкционного контроля финансирование науки и доведение до современных изделий, таких инновационных, конкурентоспособных, позволило обеспечить Китаю технологический суверенитет. И здесь нужно сказать, что, во-первых, это все произошло благодаря тому, что была систематично отлажена работа науки и бизнеса, а кроме того, нужно обратить внимание на те инвестиции, которые Китай инвестировал в науку. И все это как раз позволяет ему сейчас говорить о том, что у него есть технологический суверенитет, научный суверенитет. Но помимо этого, стоит обратить, и интересен опыт Ирана. Эта страна, конечно, меньше Китая и России, тем более, в той или иной форме находится она под санкциями с 1979 года, когда была образована Исламская республика. Но некоторые послабления были только в 2015 году. Однако в условиях санкционного давления она занималась разработками собственных инноваций и демонстрирует быстрый рост в рейтингах, оставаясь, если не в лидерах, то в таких хороших среднячках. И что еще более важно, она обеспечила свое полное импортозамещение и независимость в таких критических отраслях, как, например, медицина и нефтегазовый комплекс. И мне кажется, что сегодня России предстоит совершить подобный рывок. Не получится в реалиях своих водородных проектов опираться на западные технологии, это точно. И обеспечить технологический суверенитет и импортонезависимость возможно только если следовать таким условиям, как стремление к технологическому партнерству, то есть консолидировать опыт, компетенции, персонал и бюджет среди многих игроков водородного рынка. Ну, конечно же, это наращивать компетенции. Вот, мне кажется, Росатом это тоже демонстрирует. У нас многих компетенций сегодня не хватает, и мы сегодня занимаемся, по сути, новыми для себя какими-то технологическими проектами и проводим неокро. При этом нужно, в том числе, мне кажется, проводить более глубокую интеграцию в создаваемые программы Минэнерго. Ну, в общем, прогресс невозможен без научно-технического сотрудничества, включающего диалог среди технологических лидеров и с учетом применения самых эффективных инновационных практик и создания передовых решений. Конечно, Росатом открыт к научно-техническому сотрудничеству как с российскими компаниями, так и с дружественными государствами в интересах отечественной науки и промышленности. Вот. Это фактически как тост можно. Да.